Здравствуйте, товарищи. Спасибо, садитесь, пожалуйста. Значит, мы продолжаем с вами изучать течение современной философии. Разбирались мы с вами с экзистенциализмом. «Экзист» означает «существовать». Взяли категорию, выдернули эту категорию и построили на ней теорию. Вот, так сказать. Гегель плохой, он взял все категории, построил систему. Как говорится, и после него можно это дело разграблять. То есть выбирать что-нибудь, снова выдергивать и создавать то, что необходимости не предполагается. Предполагает всякого рода мнение. А мнений может быть сколько угодно. Вот. И из каждого мнения можно построить некую концепцию. Концепция тоже может быть сколько угодно. Концепция не обязывает нас ни к чему. Верно? Вот, согласно Камю, перед лицом ничто, которое делает жизнь человека бессмысленной, хотя ничто, реальное, которое есть всегда, как показано Гегелем, не делает ничего бессмысленным, потому что с ничто начинается бытие. Любое бытие начинается с ничто. Если говорить о реальном. Реальное ничто – это что такое? Ничто, переходящее в бытие. Правильно? То есть это все возрождающееся, поднимающееся, рождающееся. Это переход ничто в бытие. А здесь оно объявляется ничтом, ничто, которое делает жизнь человека бессмысленной. Прорыв одного индивида к другому невозможен. С чего бы это нужно прорываться к другому, когда... Особенно в троллейбусе или в метро очень трудно как раз отгородиться и отслониться. Поездил бы Камю у нас по утрам к 10 часам или к 9 в метро, и у него такие мысли бы, наверное, исчезли насчет прорыва к другому человеку. Единственно подлинным способом общения является объединение индивидов. Вот если бы точку здесь поставить, это было бы красиво, да? Объединение индивидов. Нет. Объединение индивидов в бунте против нелепого и абсурдного мира. То есть не против того абсурдного и того нелепого, что есть в мире, а против нелепого и абсурдного мира. Весь мир объявляется нелепым и абсурдным. А философия не объявляет себя нелепой и абсурдной. Она от этого мира отделяется, она над ним возносится и объявляет весь его нелепым и абсурдным. В бунте. А что такое бунт? В отличие, скажем, от революции. Что такое революция? У нее есть положительное содержание. Всякая революция – есть такой скачок, такой переворот в политике, который приводит к становлению нового, более высокого, более передового общественного строя и проводит эту революцию класс передовой против класса реакционного. Так что революция, при том, что она и штука насильственная, и она, так сказать, предполагает и отрицание прошлого, но она, во-первых, предполагает не бунт против прошлого, чтобы против него бунтовать. Да, надо взять богатство прошлого с собой. И надо не просто отрицать, а надо отрицать с удержанием, с сохранением, удержанием того богатства, которое добыто ранее. Поэтому вообще вот эта идея бунта, она чисто негативная, так сказать, не имеющая позитивного начала, потому что я против, вы меня убиваете, а я против. Вы меня подавляете, а я против. То есть она абсолютно бессильная, да и бессмысленная, потому что из совокупности отрицаний вы не получите утверждения. Вот если я хочу что-нибудь отрицать, я хочу отрицать все те движения, кроме одного, к которому я пойду. Что я должен делать? Бунтовать против всяких движений или взять и пойти этим путем? Если я пойду этим путем в этом направлении, это будет какое? Это будет абсолютное отрицание всех других направлений движения. Правильно? А если я буду их по очереди отрицать, сколько существует движений и направлений движения, не соответствующих тому, к которому я пошел? Сколько? Сколько их? Бесконечно много. А если бесконечно много, значит, это бунтовать можно бесконечно, и толку от этого бунтования нет никакого. И хотя говорят про русский бунт бессмысленный и беспощадный, а вот вам французский бунт, тоже такой же бессмысленный, но не беспощадный. Когда пришел Гитлер в Европу и пришел завоевывать Францию, большого сопротивления
Франция, которая вот порождает постоянно таких бунтовщиков, которые переворачивают автомобили, разбивают стекла в магазинах и прочее. Что мы знаем про то, как сопротивлялась Франция, хорошо вооруженная, и построившая линию Мажино, очень серьезное укрепление. Ну и как она воевалась с гитлеровской Германией, коль ей выпал такой жребий первый вступить в эту битву. А так и никак и не воевала. То есть по существу все поздавало, и линию, и прочее. И не было во Франции восстановления, проблемы восстановления разрушенного народного хозяйства. Ничего там не разрушено. Все восстановили, потом удивляются. Вот у них у нас так вот. Такие потери, а у них откуда у них потери? И нету таких больших потерь. Правда, в конце войны под руководством де Голля началось формирование французской части тех войск, которые воевали против фашистской Германии. Ну, они, конечно, большой роли не сыграли. Скорее, они сыграли роль, ну, как-то поддержать, что ли, реноме Франции, которая ничего серьезного противопоставить не могла. Это же мы вот, видим сейчас, вот бунтует вся Европа против России. И так не Россия делает, не то Россия делает. Ну а где Россия была, когда вот пришел Гитлер? Простите, где была Россия, а где были эти державы? Вот, так что объединение индивидов в бунте против нелепого и абсурдного мира, против конечности. Зачем против конечности бунтовать? Человек конечен или бесконечен? Вы про себя говорите или меня имеете в виду? Кого или соседа? Как-то вы определитесь тут, как бы. Почему это конечно? А? Сущность человека в чем? В смерти сущность человека, тогда конечен. А в чем сущность человека? Мы отличаем бытие человека и сущность, правильно? Бытие человека нетрудно понять. Это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. И вот это существо общественное, трудящееся, говорящее, разумное в один прекрасный день умрет. А человек? А что такое человек? В чем сущность человека? Это же другой вопрос. Существование. А? Существование. А, то есть, как только у вас существование прекратилось, то и сущность вашей, и нет ее. Я есть, пока я существую. Или существую, пока я есть. Как у вас, что вперед, что залез? Категория бытия находится в первом доме науки логики Гегеля, а категория сущности во втором. Вы сразу махнули во второй том. Это хорошо, что, но нашли там не то. А что то? А сущность человека... Сущность человека общественная. Раз сущность человека у него общественная, а общество бесконечно и вечно. Поэтому в том, что человек сделал для общества и в обществе, он бесконечен и вечен. Можно подумать, что для общества столь существенно, потребляю я потом хлеб, масло, сало, яйца после смерти, а не то существенно, что я сделал в течение своей жизни. Вот вы хотите себя сделать бесконечным, делайте. Сейчас самое время делать себя бесконечным. У вас впереди еще хороший запас есть для этого. То есть, как только вы сделаете что-нибудь выдающееся, которое продвигает человечество вперед, то вы попадете в бесконечность и вечность. И будете жить вечно. А те, кто не сделали ничего, ходили, завтракали, обедали, ужинали очень обильно, и, возможно, в ресторанах. От них ничего не останется. А человечество по природе своей, оно бесконечно и вечно, хотя каждый его элемент вроде бы конечен и ограничен. Понятие гения в чем состоит? Кто такой гений? Человек, который способен, талантлив. Но этот талант он употребил не против общества, а продвинул общество вперед. Вот человек, который
благодаря своему не только таланту, а благодаря направлению своей деятельности продвинул человечество вперед, называется гениальным. Вам запрещено быть гениальным? Есть такие люди, которым кто-то написал такое предписание, что вам, молодой человек, вам гением быть запрещается. Выйдите отсюда, здесь сидят только гении. Он не вышел, он знает свое предназначение. Если бы, говорит, я не был гениальным, я бы вышел, а так чего я буду выходить? Это не ко мне. Вот человек понимает свою судьбу. Некоторые не понимают вот некоторые существования. И товарищ говорит, что вот я отконечен, он сразу скромно так. Я скажу, мое дело какое? Как-нибудь отжить да умереть. Да, такая у вас задача? Дотянуть, да? Некоторые сокращают, он зацеперы есть, прямо в молодом возрасте улетает. Так. То есть как-то вот это вот красиво сказанные такие вещи, они, когда начинаешь их анализировать, они уже такими красивыми не становятся. Единственным, значит, подлинным способом общения является объединение индивидов в бунте против нелепого абсурдного мира, против конечности, против смертности. Ну, это вообще глупо против смертности воевать. Как вы собираетесь воевать против смертности? Против, в качестве протеста против смертности спрыгнуть с 11 этажа. Красиво так воевать. Это бунт будет, правда? Потому что никакого способа эту смертность уничтожить не существует. Поэтому нелепость таких задач очевидна. Зато это выглядит как бы привлекательно, красиво для тех, кто не смотрит глубоко. Вот. Это единственное творчество. Творчество разрушения, творчество мятежа. А мятеж чем отличается тоже от революции? Опять. Подняться, скрушить, поломать, переломать, кого-то убить, самому умереть, и что? А ничего. Никакого продвижения вперед это не дает. Вот Корниловский мятеж, мятеж. Ну и что, знаменит стал Корнилов? Знаменит. Чем? Тем, что во время, после буржуазной революции выступил против буржуазной революции. Это что, кого он защищал? Ну уж такой реакционный класс, который для всех уже был реакционным, для феодалов, которые уже и феодалами-то толком не стали, уже они не крепостники, поскольку крестьян освободили, они просто сидели на захваченной земле. И вот эту землю не хотели отдать крестьянам. Ну и чего Корниловцев кого представлял? Ну понятное дело, что против него объединились даже временное правительство и большевики. Ну и нет этого вместе с его протестом. Это единственное творчество, творчество разрушения, творчество мятежа, рожденного отчаянием абсурдного человека. Ну вот, как вы относитесь к тому, что рождается отчаянием? В отчаянии могу стекло побить, на студента напасть. Студент в отчаянии на преподавателя может напасть. Ну что-то в отчаянии может сделать такое умное, хорошее. Вот поэтому, что является мерилом для философских произведений? Другие философские произведения. Есть вот, если бы не было таких других, а это были бы первые искания, ну это как бы, ну, поиски, да? А вот про такие произведения, когда идут они после великих, можно говорить, что это не они ищут, это их ищут. Чего они тут собираются искать? Все это уже найдено. И вместо дальнейшего развития, вот получается, попытки что-то ломать, разрушать и портить. Ну вот, кстати, революция октябрьская, что разрушила? Что разрушило-то? Ничего не разрушило. Ужасный строй, может быть? Ну, строй-то общественные отношения. Какие-нибудь материальные ценности разрушило? Нет, было вообще дело. Однажды, чтобы матросы не напились пьяные, эти самые разбивали винные бочки. На всякий случай, чтобы революция была трезвой. Но это как-то имеет положительный смысл. А не то, что пьяные дебоширы устроили революцию. На пьяных дебоширов не рассчитывали организаторы этого дела. Церкви разрушались. В октябре 17 года? Нет. В октябре 17 года церкви не разрушались.
Потом были такие явления. Но если бы они все разрушены были, у нас бы не было церквей. Что, у нас мало церквей? Походите по Москве, походите по Санкт-Петербургу. Что вы, какие церкви знаете? Вот метро когда делали, на Сеной разрушили церковь, я сам видел. Вы, наверное, не помните, а я помню. И там снова строят, по-моему. А? Там, по-моему, снова строят. Ну, могут построить и снова. Точно так же, как смысла не было разрушений, такого же смысла нет и в строительстве. Что у нас, нехватка церквей? Что у нас сейчас нехватка? Вот похоже, что у нас нехватка церквей. Вот я, сказать, с такими мыслями как раз, не с позиции разрушения, вот, которые мы рассматриваем, не с позиции бунта, а с позиции анализа, рассматривал последнюю информацию. Пока вот мы с вами встречались неделю назад, наша уважаемая правительственная газета российская в таком маленьком материале «Деньги к деньгам» проинформировала нас о величайших успехах, которые есть в рамках нашей экономики. Вот вы не знаете их, потому что вы не читаете правительственные издания. А я их зачем читаю? Ну, чтобы знать, что там иногда помещается, и чтобы можно было официально сослаться. 17 марта, российская газета, 7-я страница. Там, во-первых, говорится, что Россия за прошлый год увеличила количество долларовых миллионеров на 10% по сравнению с прошлым годом. Чего так хмуро смотрите на меня? Радоваться надо. Обогнали весь мир. Потому что в Европе сокращение на 4%, а в мире всего 3% прирост долларов миллионеров. Ну что вы не радуетесь? Ну порадуйтесь, что вот, а то говорят, у нас плохая экономика. Кому плохая? А кому и очень даже и неплохая. Потом говорят, денег нет, у кого денег нет? Так не бывает, чтобы денег нет. У кого-то нет, у кого-то, значит, есть. Мы даже знаем, у кого. И знаем, сколько их, 132 тысячи прибавилось. Нет, не прибавилось. 132 тысячи всего у нас есть. То есть они даже могут там встретиться, можно даже и поздороваться. Стать счастливым. Но это не все. У нас процент роста долларовых миллиардеров самый высокий в мире. 11%. Вот сравните сам с темпами роста нашей экономики. Где-то сейчас пытается вывести с помощью статистических организаций на уровень 0,8%. Процента. А тут 11% прирост долларовых миллионеров. Миллиардеров, извините, пожалуйста. Миллионеров 10, а миллиардеров 11%. Красота. И за счет чего написано все очень хорошо. Не говорится прямо, что за счет, но просто анализируется. А как у нас дела на другом краю? Мы вообще-то примерно так представляем, потому что есть такое понятие десильный коэффициент. Это соотношение 10% самых богатых к 10% к доходам 10% самых бедных. Доходы к доходам. 32 у нас, а в Америке 9, мы ее давно обогнали. Европа 5-7 вообще отстает. Ну а страны скандинавские 3-5. А Китай? Не знаю. Я пользуюсь тем, что дают. Не знаю. Вот у вас, вот на этом поприще вы можете меня обогнать очень сильно. Найдете, скажете, вот вы не знаете, а я вот пошел, достал. И в следующий раз можете сказать, я вам дам слово. И вот, что же у нас получается по доходам? Значит, по доходам получается, что вроде картина не такая и плохая, на первый взгляд. А это исследование Академии народного хозяйства и государственной службы, серьезная организация, не опрос. На первый взгляд, получается, что вроде бы по сравнению с прошлым годом реальные доходы выросли. И зарплаты тоже. Реальное содержание зарплат выросло. Но по сравнению с 2013 годом, запомните этот год, а то все с 1913, с 1913, с 1913, а тут 2013. По сравнению с 2013 годом доходы понизились, реальные, располагаемые, и стали 90,5% от того, что было в 2013 году. А вот зарплаты, реальное содержание, и составили не 90,5%, а 99,5%, 92,5% от того, что было в 2013 году.
То есть вот с 13 года, 14, 15, 16, идет 17, ну так, с небольшими колебаниями, идет постоянное ухудшение положения работников. Ну это понятно, если вы куда-то наливаете, значит, откуда вы выливаете, там становится меньше. Если экономика не растет, а кто-то становится миллиардером или миллионером, причем такими темпами, каких нет нигде в мире, то лучшей экономики по выращиванию миллиардеров и миллионеров нет. И самый секрет этой экономики состоит в том, что одних забрать, а другим передать. Пример. Вот не далее, как сегодня, в той же газете, которая является официальным органом правительства. Председатель правительства сообщает, что председатель правительства подписал распоряжение об индексации пенсий на 1,4%. Что это такое? Я, как человек, имеющий и кандидатскую по экономике, и профессор по кафедре экономики и права, хорошо знаю и вам могу сообщить, что индексация называется не любое повышение номинальной или каких-то зарплат или доходов любых, а только такое, которое является повышением ровно на индекс инфляции. Ровно. Если не ровно, больше или меньше, это не индексация. Если меньше, вообще не индексация. Если больше, это индексация, плюс еще сверхиндексация и столько. Ну, у нас вот сейчас 4,5% сейчас инфляция, а в прошлом году было больше 10. А, наверное, по тем продуктам, которые покупают пенсионеры, как вы понимаете, там и еще больше. Ну, какая же это индексация, если... Ну, сказали, ну, повысили мы пенсии. Ну, хорошо, что они понизили номинально. Но не на тот уровень повысили, на который отобрали. Отобрали 3%, а 1% прибавили. И чего это такое? Нет, отобрали 4, а потом 1 прибавили, и только 3% отобрали. У вас деньги есть? Давайте я с вами своими поделюсь. Вы мне даете 3000, я вам даю 1000. И расходимся. О, понятно, что это такое? Вы скажете, грабеж. А тут считается, вот проиндексировали пенсии. То есть мы должны такой не поверхностный взгляд бросать на все эти процессы, а уходить сразу в глубину. Ну, подумаешь, вроде как, вот если бунт или мятеж, вроде похоже на революцию, бунтуют, шумят. Хотя революция – самая организованная вещь, она очень организована была, вот Октябрьская революция. Во-первых, съезд 6-й партии решал вопрос о революции, голосовал, доклад сделал товарищ Сталин. Съезд проходил сначала на Выборгской стороне, а потом вот можете пойти на улицу Ивана Черных, дом 23, за Нарвскими воротами, за ДК Горького, и там музей Нарвская застава, в нем картина, как Сталин делает доклад о вооруженном восстании. Доклад о вооруженном восстании. Где это еще в мире было? Сделали доклад о вооруженном восстании. Потом собирали два раза ЦК, один раз последний на Болотной улице, там сейчас такой детский исторический музей, образовали военно-революционный комитет, и все строго по плану сделали, жертв не было. Все тихо, мирно, все организовано. Какой мятеж? Никакого мятежа не было. Бунта никакого. Кто против кого воевал? Против «Авроры», что ли, бунтовали? Никто. Так «Аврора» сама приплыла. Кто мог бунтовать? Временное правительство, она тоже не бунтовала. Она сидела тихонько и ждала, когда его арестуют. Потом ждала, когда его выпустят из Петропавловской крепости. Его выпустили. И многие члены, если вы возьмете историю членов дальнейшего временного правительства, многие верой и правдой служили советской власти, а против почти никто из членов временного правительства не выступал. Да? Ну, вопрос? А санкции могли бы ты повлиять на российскую экономику? Санкции, конечно, могли. Если бы не санкции, у нас бы никто не занимался импортозамещением. У нас совсем уже с ума сошли в экономике. То есть продавали нефть, и потом ничем не занимались. Станкостроение довели почти до нуля. Машиностроение в ужасном состоянии. Уничтожали собственные заводы инструментальные. Вот завод Сестрорецкий инструментальный, а ранее при Петре еще оружейный, который в войну еще поставлял пистолеты, пулеметы. Оборонный завод. Валентина Ивановна, дорогая, будучи губернатором, продала американцу. Первое, что он сделал, на больших грузовиках мусор собрали и высыпали на футбольное поле, через которое там все дети прошли, Сестрорецкий, и все взрослые, когда были детьми.
Нету больше завода. И ничего там нету. Ничего нету. Все уничтожено. А зато есть одноразовые иностранные, китайские в основном, эти самые инструменты. На один раз попилил и выбрасывай. Попилил и посверлил и выбрасывай. А инструменты с маркой СИЗ, они везде котируются. Поскольку его перемещали в войну наши, как говорится, отцы и деды, перемещали в Новосибирске, а потом при возврате назад там оставалось предприятие, а здесь снова возобновлялось производство. Там осталось предприятие инструментальное. Это единственное инструментальное предприятие, которое осталось в России. И Острецкого завода нет. И так одно, другое, третье. И что дальше делать? Делали, а дальше покупайте все. Так мы же превращались просто строго в колонию иностранных государств. В любой момент, вот прекрати поставку, и мы умерли. Но не до конца еще успели. Спасибо Обаме. Обама ввел санкции. А раз сколько я убеждал, что надо свое иметь машиностроение, свое станкостроение, мне никого не слушают. Не хочется, там сидят люди. Ничего, не надо думать, не надо ничего строить, не надо ничего создавать. Покупай на доллары и все. Купить нельзя. Красота. Раз нельзя, что надо делать? Ну как вы хотите? Оборонную способность надо поддерживать. Значит, у нас уже есть станкостроительное предприятие «Стан», которое наращивает производство станков. Пока, конечно, далеко до того уровня, который был и в советское время, и даже в начальные ельцинские времена, но уже есть. У нас есть двигателестроительная корпорация, про которую Медведев говорил, ну, наше вообще государство должно уходить из экономики. Это по логике тех, которые считают, что рынок управляет. Но тогда у нас не будет двигателей. И тут получается, что то, чего нет, как вы думаете, приборы нам никто не хочет поставлять? Ну, так у нас есть приборостроительная корпорация, которая... У нас меньше приборов, они чуть похуже. Но они все работают. И у нас импортозамещение, особенно в оборонке, идет достаточно быстрым темпом. Только благодаря Обаме. Не, ну не только, там еще Рогозин старается в позитивном плане, а Обама просто бунтовал. Вот. Тогда бунт хороший, он сбунтовал против связи с Россией. Но ведь раньше было, по новостям говорили, что российская армия, вот, обеспечивается российским... А вот когда у нас был министр обороны, этот Табуреткин, в это время у нас закупали не только корабли, вот эти самые корабли, которые нам так и не продали. Это же еще взял, в свое время закупал прежний министр обороны. А более того, закупали мебель для кораблей и тарелки. Во Франции, тарелки во Франции. Совсем дошли, чтобы тарелки не сделать в России. Поэтому еще раз спасибо Обаме. Как повлияли? Положительно повлияли. И, кстати, опросы такие, спрашивают наших людей, говорят, ну как вы относитесь, сильно ли повредили санкции? Все говорят, не сильно. Ну как они повредили? А вспомните, вот такие отвратительные огурцы и помидоры были из Европы. Отвратительные, потому что они там в ужасных условиях. И чем там они их подкармливают, неизвестно. Но у нас пошли азербайджанские там помидоры прекрасные. И турецкие лучше гораздо. Хорошие же. Вы что сейчас? Вы можете сейчас вологодское масло купить. Могу адресок дать. А то вы ели это самое, молоко с водой. Знаете, как сделать масло без сливочного масла? Очень просто. Берешь растительное масло и начинаешь его смешивать. Не смешивается. Это вот мечта всех продавцов, торгашей, чтобы смешать. Потому что вот если вы в сметану наливаете там литр воды, получается, ну, более жидкая сметана и все. Молоко вообще отличный напиток. Подливай только сахар. Просто рядом ведро с водой поставьте с мешком, будет это все впитается. А вот никак не получалось. Но наука же идет вперед. Есть такое понятие, как большие молекулы. И есть специальные вещества, которые позволяют образовывать эти большие молекулы. Вот молекулы такого состава. Две молекулы воды, одна молекула растительного жира. И получается маргарин. Вот это великое открытие, после которого понизили зарплату рабочим во всем мире.
дескать, кушайте маргарин, это мягкое масло, не потолстеете. А с чего толстеть? С воды, из подсолнечного, из масла, с масла. А сейчас уже не подсолнечное, сейчас пальмовое в 5 раз дешевле. Вообще красота. Закупки у нас 13% в год. Сейчас вырастают сейчас на 13% больше закупленных пальмового масла. Где это будет пальмовое масло? У вас будет. Пойдите к любому кондитерскому там отделу и почитайте, что там мелким шрифтом написано. Нигде уже шоколадного масла нету, какао. Шоколадное масло куда-то выведено. Ну, наверное, в элитные какие-то сорты шоколада. А там масло ши, кокосовое, пальмовое и так далее. У него температура плавления слишком низкая, слишком высокая. То есть оно должно быть... Вот, почему тает шоколад? Потому что это масло какао, оно быстро становится жидким, будучи сначала твердым. А эти, так сказать, кусочки вроде бы, они, если они отдельные, то они воспринимаются так, что они не куски. Но там не расплавляются или плохо расправляются. Они не ядовитые, но они ядовитые для нашей экономики. В 5 раз, если дешевле, а вы капиталист, вы делаете кондитерские изделия. Что нужно сделать, чтобы была больше прибыль? Вместо масла какао положить и вместо молочного жира положить пальмовое масло. И все. Вот это бунт. Против чего бунтуют? Против вас. Ну, это сам созидательный такой бунт, прибыль. То вот миллиардер, это миллионер, вот они. А какие еще до эти овощи? До овощи это мы уже делали санкции. Ну, а до санкции вот. Ну, это не санкции. Это там всегда люди, там, когда у них ухудшаются отношения, мы вот. Начнем строго, если у нас с вами хочется положение, я буду строго проверять, что вы поставляете мне. И найду каких-нибудь бактерий, или пропорции не выполнены, или еще чего-нибудь, и тормозну. Это обычное дело. Посмотрите иногда, в отношениях с Белоруссией так бывает, и с другими странами. Это торговля не оторвана от политики, она с ней заедина. Но я вот веду, вот, значит... Пока не было санкций, вот, откуда вот, поступали вот, овощи? С наших полей они поступали. Капуста из Пушкинского района, города Ленинграда поступала. Вы не никогда капусту не посылали капусту? Раньше вот даже такой был метод, посылают капусту убирать, там сидят. Там грузовики, все это дело срезается, грузишь на это дело. И, пожалуйста, идите домой. А почему вы сказали, что до санкций вот у нас и были вот плохие вот эти овощи, простите, вот, ну, плохие? Вот, у нас были плохие из Европы овощи, плохие, хуже, чем из Турции. Конечно, хуже из Европы овощи, огурцы и помидоры в Европе, конечно, хуже, чем в Азербайджане и в Турции, что тут говорить, и в Египте. Ну, откуда там такие овощи? Не переоценивайте значение санкций. Это мелочь. Никакой существенной роли они не играли и играть не будут. Потому что самое главное вообще в экономике – это то, на чем строится данная экономика. А не на что там привозится или вывозится. Ну, нельзя делать экономику, которая рассчитана только на то, что вы все купите у других или вы все продадите им. А они не будут покупать, у вас... Проблема. Они не будут продавать, у вас проблемы. Вам нужны такие проблемы. Поэтому надо иметь основу свою, и тогда можно спокойно торговать. Не будет своей основы, торговать не будет спокойно. Можно вам вопрос? Да. Может быть, несколько провокационный, но ну, обязательно. Сказать, что у вас довольно похожая риторика с Алексеем Навальным. Как вы относитесь к деятельности, которую сейчас проводите? А почему вы так вот аудиторию свою оценили? Как аудитория Навального. Я считаю, что у нас аудитория тут позитивного, а у Навального аудитория людей, которые напротив настроены. Весь вся полемика и риторика Навального вся против. Он обучен в Соединенных Штатах Америки не говорить никогда за что он. За что Навальный? Нигде не говорит. Никогда. Точно так же вот Ельцин, когда он выступал против Горбачева, он ни слова не говорил. За что он? Он выступал против привилегий. Как только он добрался до поста президента, он сам первое, что сделал, все сделал всякие привилегии. Вот
Следите за этим, потому что если это опять как раз вот то, о чем мы говорили. Из сплошных негативов позитива не получается. Критика правильная. И что? А за что будет человек выступать? Что он будет делать? Он не говорит. И это вообще трудно раскопать вот в программах предвыборных. Дескать, вот это мне не нравится, это мне, и мне не нравится. Я избиратель, я голосую. И что из этого следует? Ничего. Абсолютно ничего. Поэтому аудитория у нас тут хорошая, позитивная. Не зря вы как ее так принизили. Вот. А вот надо говорить не об аудитории Навального, а аудиторию он хочет собрать на негативе. На негативе нужно много собрать голосов. А позитив свой он не раскрывает. И он так обучен. Так, идем дальше. То есть обучен, вот, это же целая теория. Обучают ведь не случайно. Есть целая философия, которая строит. Давайте, бунтуйте, переворачивайте машины и голосуйте за нас. А когда мы придем, мы это подумаем, стекла вставим, машину поставим обратно на эти места и будем делать то же самое или хуже. Хуже делают обычно еще часто. А вот это правда, что у нас вот, ну, примерно половина населения... Половина чего? Половина населения. Да, вот слушатели в силовых структурах. Кто это сказал? Ну, где-то в газете вот писали, что... Ну. У нас цензуры нет. У нас можно любую чепуху писать совершенно безответственно. Ну как вы подумали? Ну подумайте, ну как половина? Что, нет, нет. Ну какой у нас состав? Откройте справочник, откройте это издание ЦСУ в интернете и посмотрите, сколько у нас рабочих, сколько служащих, сколько правоохранительных органов. Ну это же чушь просто собачья. Это человек вот ляпнул, а вы повторяете за ним. Все вы повторяете. Давайте я сейчас напечатаю, у меня газета есть «Народная правда», я главный редактор. Давайте деньги, я напечатаю, что земля квадратная. Что мне мешает? Я вот подписал печать и выйдет, и что? И что, говорю, там вы хотели доказать? Ничего, говорю, я хотел у него денег взять. Он дал. А, ну тогда понятно. Что тут непонятного? Эпатажные вещи для чего, так сказать, делают? Ну, чтобы брали эти, вот распространяли газеты, хватали. А в этих газетах вам еще объяснят, за кого голосовать постепенно, когда еще нет голосования. Голосования нет, а, например, просто вешать такие названия. ЛДПР можно. Как бы это ни... Тут же нет призыва голосовать за ЛДПР, но везде расставлены они, и даже в вагонах электричек. И все. Что чем занимается сам Жириновский? Вот он сказал, надо всю эту фракцию расстрелять, Единой России. Это для чего он сделал? Ну вы глубоко куда-то пытаетесь проникнуть. Ничего тут глубокого нет. Он ведет выборную кампанию постоянно. Ну, все услышали, он что-то выступил. Вроде шутит, не шутит, а без всяких шуток получает, ну, четвертое или третье место всегда в Думе ЛДПР. Кого собирают? Ну, вот кого соберут таким путем. Вот я сейчас возьму стакан, и из стакана вот вам плесну в лицо. А там все записано будет. Что будет интересно? А что интересно? Какая ответственность у меня? Меня вот вызовет директор и скажет, что вы сделали со студентом? Я говорю, вот он тут сидел на четвертом ряду. Смотрю, он весь побледнел, думаю, сейчас умрет. Я ему раз и воду в лицо. Разве мы не найдем, чего ответить? Мы же народ образованный. Пойдем образовываться дальше, сообща. Вопросы социального... Познание его методов является предметом исследования современной герменевтики. Герменевтики. Красиво же называется, правда? Герменевтика – термин греческого происхождения. Разъясняю, истолковываю. То есть вот как бы я светлый, а вы темный. Вы сами-то не поймете, поэтому я должен вам растолковывать. Хотя книжка у вас есть тоже, что, так же, что и у меня. Но, оказывается, целое существует направление философское – я буду вам истолковывать. Да и раньше было такое. Библию разве не истолковывали по-разному? Святые отцы. Один так истолковал, другой так истолковал. Разные толкования Библии. Причем канонические и неканонические. Канонические толкователи стараются уничтожить все, которые не так толкуют. Поэтому этот вопрос о толковании – это все мертвечина. Это идет из глубин веков. Старье. Вот изначальный смысл, вернее, искусства толкования Библии, литературных
текстов и так далее. В кратком виде суть герменевтики сформулировал один из ее основателей – Гадамер. Фундаментальная истина герменевтики такова. Истину не может познать и сообщать кто-то один. Ну и что сказал человек умного, герменевт? Вся история науки говорит о том, что истину добывает, обычно открывает, как правило, ну, один, редко два. А что заявляет? Ну, вот если говорить о таких вот ошеломляющих выступлениях, об эпатажности, да, я согласен, это бросается в глаза, привлекает. Сейчас я выверну пиджак, вот выведу и приду в вывернутом пиджаке, скажу, о, а что о? Ничего, мне-то ничего у нас, никакой ответственности нет. У профессоров скажут, ну это понятно, профессора, они могут и сковороду себе. Это студенты будут наказывать, а профессора это, они думают. Все можно объяснить. Так что что тут такого нового? Вот это старье. Не может познать и сообщать кто-то один. А тут еще мало того. Раз не может кто-то один, вот я не могу вам сообщать истину. Вот вы со мной встаньте, мы должны отрепетировать, и чтобы мы вот хором. Ну, раз не может кто-то один, уже вот мы с вами двое можем. Очень будет хорошо. У вас такой будет звонкий, красивый голос, а я вот немножко так более ниже тоном, да, встанем. Будет, как вот Гадамер нам рекомендовала. Истину сообщать не один. А то по два преподавателя надо, но забунтует министерство сразу и образование. Зачем, говорит, два лектора сразу? А чтоб хором, чтобы один никто истину не изрекал. Всемерно поддерживать диалог. У нас вот диалог тут завязался, все нормально. У нас герметический такой разговор идет. Тут мы соотвечаем требованиям. Давайте сказать свое слово инакомыслящему. Даю вам сказать слово? Чувствуете я? Уже я вообще герменевт. А как я вам не дам? Я эта тема как раз как не дам, а потом сразу буду говорить, что давать слово инакомыслящему. А тут бы я не дал. Я что, враг себе? Нет. Так. Уметь усваивать произносимое им. Усвоил я то, что вы принесли? Уметь. Не просто усвоить, а еще и уметь усвоить. О как. Да. Вот в чем душа герменевтика. Да у меня есть душа. Вот у меня семинарские занятия за мной вела наша аспирантка нашей кафедры. Хорошо вела семинарские занятия, толковые. Но повели ее, похоже, по бестолковому пути. По герменевтике она стала писать диссертацию. Не написала, конечно. А как на нее напишешь? Я ее стал спрашивать, допрашивать, что такое герменевтика. Она говорит, это искусство понимания. Вот у нас в философии вообще понимание. Понять, выразить в понятие. А тут искусство понимания. Значит, это все это не проходит. И искусство понимания. А где у нас? А у нас же два факультета есть искусство. Один факультет искусств возглавляет товарищ Гергиев, а второй факультет из свободных наук и искусств возглавляет Кудрин Алексей, который был у меня в кружке по диалектике, и мой дипломник. Я ей говорю, идите туда. Там же факультет искусства. А у нас здесь не искусство, у нас наука. А искусство и наука – это разные же вообще формы постижения мира. Постижение мира в понятиях – это наука, а постижение мира в образах – искусство. То есть люди вот здесь заплутали еще на этом разделении, которое произвел Гегель в работе «Феноменология духа». Для чего изучается философия, так сказать, хорошие работы по философии? Ну, для того, чтобы отличать дрянь от чего-то великого или полезного. Ну, как вы можете различить, не сравнивая? То есть, если это впервые в истории человечества, вот, например, Лейбниц, ну, хороший же ученый был, естествоиспытатель, но он вот придумал такую философскую теорию, что есть монады, такие как бы атомы, но с разумом, с головой. Такие, единый космос в маленьком объеме. Но это когда на ранних этапах развития человечества, это хорошо. А сейчас, если кто-нибудь с этим выйдет, ну, скажет, что за чушь. Когда уже наука развита, и мы различаем сознание и бытие. Очень хорошо. Так. Главное понятие герменевтики – понимание. Но вот герменевцы и не усвоили, что понять – значит выразить в понятиях. Если вы будете кивать, я буду говорить, а вы будете кивать, означает ли это, что вы понимаете? Нет. Нет. Но с точки зрения герменевтики, наверное, означает. А с точки зрения философии понять, значит, выразить в понятиях. Это мы будем проверять на экзамене.
Вот если вы выразите в понятиях, значит, понимаете. А если сказать, я понимаю, но высказать не могу, ну, это вы тогда на уровень, так сказать, более низких животных опускаетесь в своем поведении. Ну, как вот опускаться до этого, до понимания? Понимание, произносимое им, вот в чем душа герменевтики. Что значит произносимое им? Кем им? Пониманием? Душа герменевтики. Мы о душе должны позаботиться, изучая герменевтику, или мы должны позаботиться о философии об истине? Как? У нас какая забота? Или что, истина, она душе? Хотите, чтобы у вас было легко на душе? Ну, так сдайте хорошо экзамен, у вас будет легко на душе. А если вы двойку получите, будет нелегко на душе. Так что истина на душе совсем не противостоит. То есть вот люди несведущие, они вот на это клюют, на эти разговоры такие вроде бы, они оригинальные. То, что они оригинальные, я согласен. Оригинальности очень много. Возьмите вот от правого рукава, отрежьте кусок. Будет оригинально. Вас уже не спутают ни с кем. Ну, мало ли какие проблемы. Половина головы зеленым, вторую лучше зеленкой, не просто зеленкой, зеленкой. Скажите, что вы выступали за правду, за герменевтику, а также за экзистенциализм, и вас облили зеленкой. И о вас напишут, и портрет будет у вас висеть в газете. Понимание – это способ существования познающего. Не жизнь, оказывается, способ существования, а понимание. Познающего, действующего и оценивающего человека. Понимание – это не столько познание, сколько универсальное освоение мира. То есть вы осваивать мир должны без познания. Вот упадите с третьего этажа, посмотрите, и освоите, что с третьего этажа не надо падать. А так вы изучали закон всемирного тяготения, это все никак из него не извлекли уроков. Даже изучали, чему равно ускорение, как вы будете падать, прямолинейно или криволинейно. Вот. Вы можете, конечно, для усвоения, вот если с 13 этажа будете прыгать, то по телефону можете сообщить, что 12 этажей пролетел, все идет нормально, полет. И так далее. То есть много чего можно тут такого наговорить, оригинального. И у нас действительно и действия оригинальные. Люди делают селфи и падают. Но это я согласен, что это привлекает кое-кого. Привлекает даже страшные картины. Картины суицида привлекают молодежь. И уже сколько убито молодых людей. Людьми, которыми сейчас ФСБ занимается, их не всех найдешь, не все на территории России. Вот. Поэтому понимание – это не столько познание, сколько универсальное освоение мира, оно неотделимо от самопонимания интерпретатора. О! Вот если сам себя понимаю, то и вас понимаю. А если я сам себя не понимаю, то и вас не понимаю. Что бы вы ни делали. Ну, это понятно. Есть поиск смысла. Вот хочу вам рассказать историю быль. На конференции по онтологии, которая была в ИПК. Выступает один профессор уважаемый. И рассказывает, что вот если предметы не наделены смыслом, вот в духе этого, поиск смысла идет, то их и нет. Поняли? Нет, если смысла. Ну вот в этих столов же есть смысл, чтобы на них писать. У ручки есть смысл, чтобы ей писать. Очки, чтобы они зрение корректировали. У всего есть смысл, да? У вас вот ботинки зачем? Вот босиком бы пришли? Нет, вы одели ботинки. Грязно, холодно. Тоже есть смысл, правда? То есть у всего есть смысл. И вот он такой тезис выдвигает. А если предметы не наделены смыслом, то их и нет. Поскольку по онтологии вопрос о бытии ставит. Нету их. Вот он так все это рассказывает пространно, подробно, долго. Я в конце, как вот вы, вот так же, как вы, задаю вопрос, спрашиваю. Вот скажите, пожалуйста, я правильно вас понял, что вот если предметы не наделены смыслом, то их и нет. Он говорит, ну да. Но кто наделяет? Вот я, вы или трансцендентное? Ну, Бог же сейчас не модно говорить. Трансцендентное. Ну, да. Ну, я правильно понял, что если вот это вот не наделило вот это смыслом, то их предметов и нет. Он говорит, ну, да. Я говорю, ну, раз их нет, то нечего и наделять. Логично?
Он говорит: «Михаил Васильевич, зачем вы так?» А я говорю: «А умище-то куда я дену?» Ну, вот так мы и закончили там нашу дискуссию. Куда я дену-то умище? Ну, если не звон. То есть вот люди говорят: нет смысла и нет предметов. То есть, как бы, берется какое-то правильное значение и доводится до абсурда, и этот абсурд вываливается. Вываливаться он должен какой-то такой тоже эпатажной форме. И входит это в моду, потом мода проходит, появляется мода другая. Вот уже нет моды на герменевтику. Кстати, на феноменологию сейчас уже нет. Явление. Явление, если перевести слово на иностранный язык, будет феномен. Значит, можно сделать теорию феноменологию. А что тогда это за теория? Берете явление, а сущность его не берете. А почему сущностологию не берете? Нету такой науки сущностологии. Существование есть, экзистенциология, а сущность ничего нет. А потому что сущность все там соображать надо. А это все поверхностные категории. Так. Ну вот, поэтому понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям. Вот я вот хочу вас понять. У меня предположение, что вы черт. Только тогда я могу вас понять. Ну, а вывод какой? Вот я это предположение рассматривал и сделал вывод, что вы не черт. А раз я брал предположение черт, то из этого вывода не черт, никакого вывода, а что вы есть, не получается. Значит, тогда я делаю другое. Тогда у меня предположение, что вы не дьявол. Дьявол. Давайте я это отрабатываю. И сколько я могу это отрабатывать? Да сколько угодно. Ни шкаф, ни бревно, ни стол, ни стул и так далее. Предметом понимания является не только смысл, вложенный в текст автором, а то предметное содержание, с осмыслением которого связан данный текст. Ну, и с этим никто ведь спорить не будет. Ну, ясное дело, предметное содержание, содержание. Вот, скажем, берем работу Ленина «Лев Толстой как зеркало русской революции». Не только какой смысл хотел Толстой этому придать, а какой объективный смысл имеет это произведение. Это, говорит, вот первое, говорит, произведение, говорит Ленин, когда у нас крестьянин появился в русской литературе. Крестьянин. Ну, хотя и вот он появился благодаря помещику Толстому. Но мы не смешиваем философскую позицию Толстого, там, непротивление злу насилием, позицию помещика юродствующего Христе и величая его с тем значением, которое имеет его прекрасное произведение «Война и мир». Не смешиваем. Так что такие вещи говорят, с одной стороны, вот неверные, а с другой стороны, вот рядом верные, правильные вещи. Вот если верные с неверным соединить, это что будет? Это вот тот самый компот, который обычно подают в наше время. Какой обычно сейчас стиль? Вам никто ложь говорить не будет. И не надейтесь. Возьмут истину и прибавят еще 15 мнений. То есть так, чтобы и это на равных правах, и это, и это, и это, и это, чтобы истина утонула среди остальных мнений. Вот этот прием называется плюрализм мнений. Вы хотели знания получить, а вам вместо этого плюрализм мнений. Что хотите, то и говорите. Сразу скажу, на экзамене я буду за мнение карать не буду, а хвалить и поощрять только за знания. Ну, мнение можете высказать, но оно не имеет никакого отношения к предмету, к изучению, правильно? У меня вот я все время высказываю, что у меня мнение, что до Луны 50 километров. Я даже собираюсь как-нибудь сходить. Ну, мнение, что будете спорить со мной? Не будете же, правда, мнение. Могу я такое иметь? У вас другое мнение, 70? Ну, пожалуйста, излагайте. Понимание человеком мира и понимание людей осуществляется в стихии языка. Почему стихия это? Почему же это стихия языка? Тогда как язык, он складывался столетиями, да? Даже более чем столетиями. Более чем столетиями. Это письменный язык, можно сказать, столетия, а это уже тысячелетия перебрать. Как же это стихия? Наоборот, каждое слово, за каждым словом стоит миллиарды раз вот его употребление. По отношению к предметам самым разным, это такое высочайшее обобщение. Вот стол, и это стол, и круглый стол, и это стол,
и дома у вас стол, и стол, на который ноги кладут американцы, тоже стол. Сколько этих столов? Их бесчисленное множество. Есть стол для игры в шахматы, есть разделочный стол, есть стол, на котором ведут хирургические операции, тоже стол. То есть слово «стол» столько имеет, такая высокая степень обобщения у этого стола, что какой стихи тут можно говорить? Это продукт отбора, а вы можете какие-то новые слова употреблять, они через некоторое время уйдут. И даже целые языки, там эсперанто, хотели сделать язык, ничего не получилось, никто на нем не говорит. Следовательно, все феномены взаимогласия, понимания и непонимания, образующие предмет гипернетики, суть явления языковые. Значит, все это языковые явления. Не вопрос о познании мира человеком, не вопрос о том, об отражении в сознании человека мира, и не поиск истины, который соответствие понятию объекту, или другой истины уже, связанной с практикой, соответствие объекта понятию о том, каким должен быть этот объект. Вместо этого вот это все согласование, взаимопонимание. Ну вот какова роль этой вот философской концепции? Ну, она отводит нас от сути дела. От основной, от магистральной дороги человеческого развития, исторического развития. Другое дело, что люди, которые занимаются философией не исходя из истины, а чтобы прожить, дело это не пыльная философия. Это не в шахте. Сразу скажу, что травматизм у нас не распространен. Зарплата у нас не хуже, чем в среднем. Больше, чем студенческая стипендия. И намного. По-моему, все зарплаты больше, чем студенческие стипендии. И намного. Поэтому хорошее дело. Почему не поговорить? Поэтому, скажем, были такие конференции. Конференция «Философия пива». Философия молчания. Вы не задумывались над молчанием? Сейчас вот я остановлюсь и буду молчать. А вы будете думать, с чего это он молчит? Ни за что не догадались. А я думаю, гудит компьютер? Это не гудит, гудит. А вы бы не додумались. Думаю, какой-нибудь глубокий смысл герменевтический в том, что я замолчал. Хотя в паузе, вот вы никогда не... Вот если вы слушаете, допустим, «Эхо Москвы», там выступают люди, у которых нет вот просто культуры. Выступление. Если человек обдумывает то, что он говорит, это вообще желательно, чтобы человек думал, прежде чем что-то высказывал. Когда говоришь то, что думаешь, думай, что говоришь. И вот он, а он на ходу придумывает. Не важно, что он, там же не вопрос об истине, а вопрос мнения. Вот он придумывает, вместо паузы, и еще хорошо, если то прям клокочет у него оттуда изнутри. Что у него там в животе, там в груди, прям скажет опять, ну ты... Закрой рот, помолчи. Это пауза. Поэтому философия молчания, можно ее, так сказать, такую даже написать статью. Но я не думаю, чтобы это развернулось в отдельную философию, тем не менее. А философия жеста? О, лекция! О, его надо, этого лектора. Это другое уже, да? О! Что, а тебе это что, непонятно? Вот она, понимание-то, сразу находится. Это жесты. Не надо, да? Что тут непонятного? Это мне напоминает даже, такой был анекдот про спорт лото. Что вот одного не нашего русского людоеда не съели в Африке, потому что вождь этих племени людоедов кончил институт лезговца. И он от всех требовал, чтобы они говорили какой-нибудь вид спорта, который он не знает. Ну, американцы съели, потому что он показывал баскетбол. Англичанин, потому что он показывал бокс английский. А наш говорит, ну, я сейчас вот тебе покажу. Так вот. Тут говорит, не буду тебя есть. Что это такое? Это, говорит, управление спортлото. Спортлото. Это, говорит, спортлото 1, спортлото 2, а это лотерея спринт. Ну вот, такой вид спорта. Живой остался. То есть в современной философии много всяких разных вкраплений. То есть чего только туда не нанесли. Ну, как люди заходят, допустим, с грязными какими-то ногами куда-то. Раньше галоши снимали, галош сейчас нету.
Красный треугольник закрыт, поэтому прямо вот так с грязным ходят везде. Потом не знают, что делать. Смотрите, он тут. Ясное дело, заптали, потом промывали. Не ухти, ну это разве паркет? И так и философия. Можно зайти вот с такой ерундой и эту ерунду попытаться защитить. Мне в прошлом году пришлось докторскую одну в качестве эксперта анализировать. Я сделал вывод, что эта докторская не может защищаться по социальной философии, потому что объект не общество. Предмет, то есть то, чем непосредственно вы занимаетесь, не общественные какие-то характеристики или проблемы. И метод. А метод, знаете, какой? Мифологический. Человек пришел вот сейчас, сказку хочет рассказывать по философии. Мифологический метод. Ну, то есть это вот не то, что мы говорим вообще. То есть для чего мы говорим об этих вещах исторических? Ну, хоть это вот уже недавние концепции, но потому что они все время проявляются в той или иной форме. Когда они оформились в что-нибудь особое, можно сразу этим букетом, веником и выбросить. А так поодиночке приходится эту труху выбирать. Насыпать вам опилки в кашу, так невкусно же будет, и вы будете по одному. А если они в мешочке, так раз и выбросил. Так что изучать полезно такие концепции. Вот еще есть течение. Постмодернизм. В самом этом названии уже заключена глупость. Почему? Что такое модернизм? Модерн – это что такое? Современность. Как же может быть постмодернизм, если хотят говорить о том, что современно? Если постмодернизм, значит, вот то, что называется модернизмом, не модернизм, а то, что постмодернизм – это модернизм. Согласны? То есть постмодернизм – это модернизм, а то, что под ним понимается, как раз нет. Вы хотите быть на современном уровне. Кто против? Кто против того, чтобы быть на современном уровне науки? Никто не против, но никто ничего тут не возмущается и никого это не задевает. А постмодернизм, ну, звучит ново. Мне однажды пришлось по докторской Баранову выступать оппонентом официальным из политеха. Он там написал, что у нас общество постиндустриальное. Ну, я ему дал положительный отзыв, а по поводу этого написал, что я не могу согласиться с тем, что у нас все полностью промышленность разрушена. Постиндустриальное общество – это общество, в которое уже после того, как вся индустрия прошла, после промышленности. Не, еще не вся промышленность разрушена, не надо так обрисовывать. Еще есть кое-что. Что-то производим, и даже неплохо. Это критикуется в некоторых таких поговорках, вроде «Аркадий, не говори красиво». Так и здесь. Красиво. Постмодернизм. А потом уже есть и постмодернизм. Наверное, это в пост хорошо такую философию изучать. Выражает реакцию на модернизм. И вначале оформился как теория искусства и литературное направление. Постмодернизм. В 1975 году архитектор и теоретик искусства Чарльз Дженкс применил понятие постмодерна к архитектуре. По его мнению, в обществе, которому присущи плюралистичность настроений и вкусов. Не множественность, а плюралистичность, учтите. Если по-русски сказано, это же непонятно. Например, если вам напишут, что это кофейный дом, это же будет вам непонятно. Кофе-хаус. Вот это понятно. Хаус. Хотя, например, понятие кафе откуда пришло? Ну, это понятно, это стилизованное слово. А понятие бистро. Ну, наши войска во Франции шли к Парижу. Быстро-быстро заходили в закусочные быстрее. И после этого французы стали называть свои мелкие забегаловки бистро. Ну, тогда наши, поскольку Россия всегда носила выкинутые Европой шляпки, перетащили сюда. Или где родина женских сапог? Ну где? В России, конечно. Но они должны были пройти в Европу, а из Европы вернуться назад. Так. Вот по мнению этого самого Чарльза Дженкса, в обществе, которому присуща плюралистичность настроений и вкусов, архитектура только тогда сможет выполнять свои функции, когда будет обращаться к различным слоям потребителей. Ну да, вот это сейчас и сделано. Одни этих, как попали в хрущевские пятиэтажки, так в этих
пятиэтажках и доживают свой век. Это один слой. Другой слой – это те, которые живут в сталинских квартирах. По принципу меняю квартиру в хрущобах на комнату в сталинском доме. А еще один слой – это те люди, которые в апартаментах живут. Вы в апартаменте живете или в квартире? Ну вот если у вас площадь примерно вот такая, как вот этот зал, это у вас столовая. А кухня у вас как 58-я аудитория, к примеру. Но это уже апартамент. То есть вы не знаете, куда вам, в каком углу поставить кровать. А потом, сколько вы будете идти от кровати до тумбочки. Вот. Ну, вы можете придумать механизмы, которые вас будут перемещать туда-сюда. Множественность. Речь шла о множественности форм рациональности в рамках искусства архитектуры. Наш мир, наш язык. Таким может быть девиз постмодернизма. Никто против не будет того, что наш мир, наш язык. И против, и за вроде тоже не пойдешь. Тоже не понятно, что хотели люди сказать. Хотели что-то сказать. Хотели отметиться, чтобы это прозвучало. Больше всего гремит что? Пустое ведро. Вот если нальешь в него воды, уже не гремит. И так и философии. Точно так же. Это значит, что культура в целом, как и человеческая деятельность, не постигает сути вещей, а эксплуатирует язык. Вот. И опять старый агностицизм, то есть непознаваемость, не постигает сути вещей. А раз суть не постигает, то какая разница, как это сделаешь? Это не имеет никакого значения. Хотя, между прочим, архитектура – это одна самая высокая форма искусства, правда? Почему? Потому что вы ради живописи вам надо идти в музей. Архитектура вас окружает непосредственно. Особенно архитектура, когда и скульптура, которая используется в метро, в транспорте прямо. Вы едете на работу, но вы или приобщаетесь к искусству, либо вы вот как на этой ветке, которая Петроградско-Московская, двери закрываются сначала в поезде, потом двери, которые выход на платформу, но газ пока не пускают еще. Это же газовые камеры, но только вот как-то так все проходит у нас пока благополучно. Никто не додумал. От них уже отказались, такого не делают больше. Посмотрите там, ну та же площадь Мурожца, хоть можно погулять, там, сказать, у тебя не закрыли уже. А возьмите вы там станции, раньше, которые делали метро, это замечательное же произведение искусства. Это искусство, которое прямо вышло к народу. Когда настоящие художники большие, и художники, и скульпторы, и архитекторы тут же вам демонстрируют, причем демонстрируют не тем, кто к ним придет, они сами вот вышли к народу в метро. Это замечательно. Вот. Но тут наш мир, наш язык. Вот язык мы можем и так повернуть, и так повернуть. Задача состоит в том, чтобы прорваться в зазеркалье текстов с целью постижения сокрытого означаемого. Что это значит? Сокрытое означаемое. Значит, понятно, что это правильное высказывание. Сокрытое означаемое. Если я вас обозначил крокодилом, то надо за него прорваться, потому что никакой связи между значком и обозначаем нет, надо прорываться, потому что понятие, оно отражает содержание. А как вот вас зовут, из этого не следует, какая вы и кто вы, правильно? Вот меня зовут Михаил, а мог бы быть Петр, а мог бы быть Сидор, и что? А ничего, ничего, надо действительно прорываться тогда из этого. Зачем вы тогда занимаетесь означаемым, если вы отказались от познания сути мира? То как не обозначаю, вы уже к ней не прорветесь. Сами вы не прорветесь, они сами себе загородили дорогу. Они сказали, нельзя туда прорваться, а что тогда вы прорываетесь? Ну что вы будете прорываться, если там вы считаете, что стена? Не надо прорываться, лоб расшибешь. Прорваться в зазеркалье текстов. Это еще одна теория, что все это тексты. И дома тексты, и люди тексты. Это мы их прочитываем. Все тексты. Это вот, я так представляю, если человек долго сидел в библиотеке с утра до вечера, и так каждый день. Потом поднял глаза и куда-то повернул, налево, направо, уже ему не дома, все тексты, все тексты, и вы тоже тексты, вы тексты, вы тексты.
но никак не прочесть обозначаемые. То есть это вот, так сказать, в сумасшедшем воспаленном сознании может появиться. Вместо понятия «картина мира», в основе которой лежат принципы системности, прогресса, появляется образ лабиринта, как символ полноты и идеи мира. Здесь нет центра, нет периферии и смысла нет. Идите, ходите, и вы заблудшие души в этом самом мире. Ну, точно как приходишь в какой-нибудь новый район, который построен, думаешь, что это за район, и он мог бы быть совсем в другом месте. Правильно? Точно такой же. Вот хрущёвы точно так же, ради того, что разные слои, разные получают архитектуру, построены в предместье Парижа. Вот я когда проезжал из Бельгии, где был на конференции в Париж на поезде, ну, подъезжаем, хрущёвы. Чего себе, так нам знакомые. А потом уже, собственно, проехали хрущёвы и Париж. А ну там здания нормальные. У нас тоже вот центр Петербурга, это нормальные. А есть хрущёвы, пятиэтажки, которым 25 лет назначили, 50 прошло. И теперь думают не о том, как людей поселить в нормальное жилье, а как их снести, чтобы построить другие. А вы вот тут просто занимаете место. Как говорится, это уже вторичное уже. Вторично куда-то их деть надо, этих людей. Вот из-за вас, из-за того, что вы сидите, это место пропадает для бизнеса. А надо его освоить. Дорожки лабиринта подобны сетке. То, что у Делёза называется ризома. Каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Можете себе представить? Может пересечься с другой. Вам ничего не напоминает? Вот в геометрии там все линии могут друг с другом пересекаться. И ничего такого особенного в этом вы не отмечали. Пространство культуры. Не культура, а пространство культуры. Что добавили? Вот что я добавил, какой смысл, если вместо культура буду говорить о пространстве культуры. А добавил следующее. Вот те люди, которые это добавляют, они не могут сформулировать, что такое культура. Можем провести эксперимент. Кто скажет, что такое культура? Пространство культуры можно наговорить. Культура, что такое, молодой человек? Вы человек культурный? Ну хорошо, скажите, что такое культура, я вам скажу, культурный вы или нет. Не говорите, да? Вам сказали не выдавать. Все, те, кто на первых рядах, им сказали не выдавать. На последних. Кто-нибудь скажет, что такое культура? Ну вот, ну понятно, если люди вот так не сформулируют с лету, что это за понятие, тогда можно говорить пространство, культура, и это все так вроде как ты ходишь. Что-то тут есть научного, а что-нибудь трудноуловимо, правда? Культура, дорогие товарищи, правда, я хочу сказать, я вот культурологам читаю, это вечная беда. Приходишь к культурологам, они не знают, что такое культура. Приходишь к историкам, они не знают, что такое история. Сейчас проверим. История – это что изучает? Что изучает история, наука? Современность. О, видите, уровень. Вот эти вот знают историки. У нас стоял авторитет историков. История изучает современность как результат предшествующего развития человечества. А культура почти то же самое изучает. Только немножко с другой стороны. Культура – это накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Материальная культура всякого рода, черепки, кувшины и так далее – это опыт, но выраженный в виде предметов. А духовная культура – это то, что накоплено в науке, в искусстве. И в том числе и в религии. Правда, в религии же тоже много накоплено опыта человечества. А пространство культуры нас немножко сбывает. Духовная форма деятельности, искусство, философия, религия, наука – это пространство ризом. Все они рядом. Вот у Гегеля ругательством является рядоположенность. Не что из чего выводится, что сложнее, что проще, как связаны. Нет, они рядом стоят, рядом. Сложное с простым, простое со сложным, понятное с непонятным. Религия вместе с наукой смешана, наука с религией. Потенциально такая культура безгранична. Ну, вроде бы, если бы мы сказали, культура безгранична, то какой-то в этом есть смысл. А потенциально безгранична – это что значит, она все-таки не безгранична? Что этим словом? Отрицание введено. Наше освоение мира, лабиринта, подобно путешествию по равнозначным возможностям дороже ризомы. Как звучит? Хорошо. А что говорил Гегель по поводу рассуждения методом аналогии? Аналогия есть худший вид рассуждений.
Ну что по аналогии можно доказать? Ничего аналогии нельзя доказать. Ничего, никакой истины аналогии доказать нельзя. Ну и что, что оно подобно путешествию? Это не наука. Так идея единства мира завершает себя в плюрализме форм, методов, принципов, направлений его освоения. И получилось не единство мира, а разделение его на отдельные части. Культура производства телефонов такова, что можете их пинать ногами и кидать на землю, ничего с ними не случится. Товарищ даже не спешит поднимать. Так, ну вот теперь у нас что мы имеем. Так, еще у нас 10 минут, ну вот мы начнем с вами следующую лекцию. И начнем мы с нее, с темы русской философии. Хотя это выглядит на первый взгляд не очень так понятно, да? Но мы говорим же про немецкую философию. Почему нельзя говорить про русскую? Вот у Энгельса есть работа «Конец классической немецкой философии». Людвиг Фейербах и «Конец классической немецкой философии». Значит, можно говорить о русской философии, но русская в смысле чего? В смысле того, что ее разрабатывали русские по национальности философы, и не более того. Потому что знание, оно имеет вообще какой-то национальный, какую-то окраску, национальное содержание? Нет. Ну, истина. Это, дескать, русская истина, это американская истина. Вот там всякие другие вещи можно говорить. Вот Сталин говорил о соединении. Соединить надо русский революционный размах и американскую деловитость. Ну, присуща американцам деловитость. Они же даже вот не интересуются, как у вас дела идут. Если они спрашивают «how do you do», это не значит, что они ждут, что вы ответите. А вы им сразу «how do you do» и все, и пошли в разные стороны. Дескать, у вас дела, у меня дела, и не будем время терять. Какие тут могут еще разговоры? Вот, так что речь идет о той философии, которая представлена русскими философами. Ну вот что по этому поводу можно сказать. Каковы традиции отечественной философии и основные этапы становления русской философии? Можно сказать, предвещая то, что мы будем рассматривать, какая философия стала воистину русской. Вот есть такая книга «Сумина. Гегель и судьба России». Портрет Гегеля, под ним бескрайние поля нарисованы русские. И написано там, что единственной страной, в которой в основу идеологии была положена философия, а не религия, явилась Советская Россия и Советский Союз. Единственной в мире страной. Поэтому можно сказать, что диалектика является, и коммунизм является воистину русской идеей. Русской не потому, что они вот принадлежат русским. И всем известно, что диалектику разработал немец Георг Вильгельм Фридрих. А потому, как воспринято было это, где? И, скажем, Маркс очень удивился. Он критически относился к России, тем более царской, которая отставала даже в буржуазном развитии от других стран. Он очень удивился, когда первое иностранное издание «Капитала» оказалось российским. В России впервые был издан «Капитал». Вот. Поэтому, если вот с этой точки зрения, а у нас точка зрения при оценке других концепций, других идей, ну, та, о которой мы уже говорили, надо взять наиболее развитую философию, и тогда у нас будет такое мерило оценки других концепций. Когда-то, может быть, эти течения в свое время имели бы большое значение, если бы к тому времени не было бы таких уже крупных открытий. Поэтому и творение русских философов приходится оценивать с учетом того, что уже в конце XIX века все крупные величины, образованные, владели и немецким языком, и изучали на немецком языке науку логики Гегеля. Ну и поэтому это вот внесло вклад вообще в дальнейшее развитие. Давайте сделаем перерыв, а потом вернемся уже к изложению содержания.